После того, как георгины отцвели, их надо выкопать и уложить на хранение. Для этого что? Выкапываем георгин прежде всего. При копке от ствола, то есть от побега георгина, отступить сантиметров 20, вот радиусом круг, дабы не повредить клубни. Так, получилась вот такая развитая здесь корневая система. Осторожно убираем землю, дабы не повредить клубеньки. Надземную часть срезаем. Клубни георгинов перед закладкой на хранение нужно обработать каким-либо фунгицидом, ну, от различных заболеваний, там, корневых гнилей, или в домашних условиях это можно сделать в растворе марганцовки. При обрезке корневая шейка должна составлять сантиметра 4-5. Для того, чтобы клубни цветочных культур в зиму сохранились, их перед хранением надо обработать в растворе фунгицида. Вот, разводим фунгицид, чуть-чуть помешиваем. Вот. Берем клубни, погружаем в раствор полностью, чтобы корешки скрылись. Вытаскиваем, складываем в полимерчик в один слой и помещаем в дальнейшем на просушку. Просушивать надо клубни, избегая прямых солнечных лучей, то есть в каком-нибудь помещении, при плюс 15 примерно градусах, чтобы не было сильно жарко и не было сильно холодно. После просушки удаляем поврежденные клубеньки, лишние корни и помещаем в подвал на хранение при температуре плюс 2, плюс 4. Храним до весны. В течение всего периода хранения посматриваем, чтобы корни, клубни не подгнивали. Весной еще раз проверяем, можно повторить обработку фунгицида и высадить уже на постоянное место.